gözəl kəndimiz. О которой мы поговорим, находится в деревне Муганлы. Раскопки проводились в 1970 году в целях разведки, и в результате эта вода была извлечена. А затем был проверен состав этой воды, и было обнаружено, что она содержит полезные вещества для человеческого организма. В настоящее время вода Муганлы используется не только населением сел и районов, но и во многих регионах страны. В то же время на территории села Муганлы он упаковывается под названием Муганлы и продается во многих регионах республики. Я счастлива сказать, что мы живем в районе с такой водой.